Настоящий зверь. Тот случай, когда банальная метафора подходит как нельзя лучше. Это про Isuzu D-Max, рамный внедорожник с дизельным двигателем от 5-тонного грузовика. Усиленная рама, прочный редуктор, трансмиссия от японской компании Asin. В данном автомобиле, поставляемом на российский рынок, применена улучшенная шумоизоляция салона подкапотного отсека. Также автомобиль имеет штатную подготовку режима эксплуатации до минус 30 градусов Цельсия. То есть это прописано прямо в сервисной книжке, чем не может похвастаться, в принципе, практически ни один конкурент. У внедорожника Isuzu D-Max улучшенная трансмиссия и большие ходы подвески, что позволяет ему уверенно преодолевать бездорожье. Кроме названных плюсов, экономичное содержание, 5-летняя гарантия и большой межсервисный пробег – 20 тысяч километров. Самое главное – цена. Если легковой автомобиль B-класса максимальной комплектации сегодня стоит около 1,5 миллиона рублей, то рамный внедорожник Isuzu D-Max стартовой комплектации доступен уже от 2 миллионов. Записывайтесь на тест-драйв в Барнауле в компании «Триал».